Хо-хо-хо же, мужики! Алексис 6-й клуб суризма на проводе. Точнее, ну да, на проводе. Там. Интернет же по проводам все-таки пока еще бежит. Нам тут предстоит практически Новый год, Рождество, война с Кореей. Sid Meier's Civilization 6, уровень сложности божество, с новым режимом, с новым патчем. Спонсоры канала всей серии видят сразу вкладки сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. И если вы случайно наткнулись на эту серию, то лучше к первой серии перейти. Там, да, вообще все серии, по-моему, были офигительные пока что. Так, готовимся. Ну, в общем, в конце прошлой серии я внезапно для себя выяснил, что если апать похожие тагмы, ну, вообще любые юниты, которые мы получили из ипподрома и строительство зданий, то они и в дальнейшем не тратят никакие ресурсы, видите, поэтому я трачу всего одну нефть. Хотя у меня три юнита тут, по идее, должны быть. Я не знаю, фишка ли это, но выглядит немножко слишком круто, мне кажется. Мне кажется. Ну, посмотрим. Это надо... Вот, жду ваших впечатлений в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Так, Фридриха Барбароссу я встретил, я еще хочу сразу, блин, надо было, конечно, перекинуть, блин, где тут Фридрих-то, да, надо было перекинуть послов, да елки, во, сейчас мы вот этого город-государства встретим. Вавилон, да, слушайте, немец его пытается взять, кстати. Так что надо подумать, отправлять ли сюда послов. Там только Менелика посла. Я хотел возмутиться, что почему мне не дали больше очков эпохи, что я явно первый должен был стоять, а потом вспомнил, что тут у нас вообще-то Шумер и... Нет, Корея. Корея отправила... спутник, значит, что она уже всех встретила благодаря спутнику и, соответственно, первая кругосветку сделала. Так что за это я очки эпохи не получу. Ну, в смысле, получу, но меньше. Так, я посмотрю, как там будет немец атаковать. Но вообще... Вообще надо туда отправить. Знаете, даже без первого посла, как минимум, три посла надо отправить все-таки. Пускай даже немец заберет через пару ходов, но эти ходы мы получим дофига культуры. И еще научная ГГшка у нас... где? Вот тут еще должна быть. Я тут видел Грейм. Вот. Вот еще научная ГГшка. Так что надо открытые границы с Германией туда переться. Так, давайте проверим ресурсы. Еще и Германия в уране. Я очень удивлен, что Германия и Эфиопия именно уран имеют. Слушайте, я вообще, по-моему, со всеми... У меня, по-моему, все ресурсы тупо есть. А, нет, вот нету серебра, хлопка, игрушек и кофе. А так реально практически все. Прикол, прикол. Так, строители тут завершили. Ну, давайте, наверное, рис я тут обработаю. Потом пойду сюда. А, видите, тоже одна... Это за счет... того, что тут был разлив реки. Пойду сюда вырубать лес, чтобы кампус можно было построить. А тут... Тут пока... ну, строить... Ну, давайте, наверное... Что у нас тут по великим людям? Ну, мне бы, конечно... В кампусе делать скорее, но... Давайте, наверное, инвестиции в центр коммерции, просто чтобы деньги были. Чисто для этого. Так, тут шпион готов, банк. По-моему, больше, да, 2 из 2. А, давайте посмотрим, где подороже. 300. В Париже. В Париже нету коммерческого района. А, нет. Да, в Париже нету, подождите. Только в Тулузе. В Тулузе мало, 116. В Гондоре 76. В Покровке 204. Наверное, где-то у скифов должен быть. Ничего так. 300 тоже.
Я бы... А вот, 412. 412. Ну, давайте, наверное, к скифу. Я не думаю, что у американца будет больше где-нибудь. Еще давайте проверим. Ну, у Майя точно не будет, мне кажется. 312, 232. У Шумера. О, 524. Ну, давайте, наверное, в Урук. 524, это круто. Так, Херсонес растет. Тут вырубаем под центр коммерции и ставим его. Я просто оттягиваю объявление войны на последний момент, чтобы не сильно расстроиться, какой у меня будет минус по деньгам. Так, еще этот танчик едет. Едем, едем в соседнее село на войну. Так, Амасия, библиотека. Центр коммерции, рынок. Так, сейчас еще. Этот сюда. Видите, у меня тут появилась наука из-за строительства зоопарка. Давайте пока сюда перебрасываем. Извержение далеко. Создать священное место. Вавилон зачем-то хочет священное место. Непонятно. Я просто, наверное, буду подводить все-таки апостолов постепенно к городам Кореи. Ну, а вдруг не будет там много битв? Вот этого я апостола все-таки буду уводить. Этого, ну, без защиты его убьют. Так, здесь мы будем перепрыгивать. Ну все, пора. Я вот подумал, может мне как бы присоединиться к войне Теодора Рузвельта, как вы думаете? Вот, например, если я ему пишу присоединиться к официальной войне, даст ли он мне за это сахар? Ну, в принципе... Жалко, у него нефти нет, я бы у него нефти... У него сотки. А, давайте за дипломатические... О, за 3 дипломатических очка. Ну, все, пора. Знаете, еще, конечно, можно было сохранить какую-нибудь тагму здесь рядом и рядом с танками их держать, тогда было бы вообще плюс 14. Блин, и мне еще надо было поставить, конечно, вот эти легкие мишени. Ну, давайте посмотрим, как хотя бы изначально танки будут против Конджу. Да, зашибись. В принципе, это норм. О, тут у него еще и тоннель сделан. Да, следующим ходом Конджу пойдет. Несмотря на 83. Это... Что, он так проатакует разве? Блин, я и не знаю. Ну это бред, честно говоря, что вот так танк... Да как все представляют, такой заезжает в тоннель из тоннеля по городу. Бабам, свой обратно, да? Вот это тупо немного. И смотрите, город в осаде еще считается. Так, ну Конджу падает, несомненно. Конджу, несомненно, падает. Минус 34. Теперь мне что-то надо делать. А, так, я, наверное, все-таки буду подводить. Дайте я гляну. Да, кирасиры тоже ничего. Так, я буду подводить потихоньку даже кирасиров. Вот так, наверное. Я все равно их смогу тут апнуть, получается. Второго уровня лучше. Так, пушки мне даже... Ну, вот то, что кавалерия наносит полный урон городам, вот это серьезный бонус Византии. Вот это серьезный бонус Византии. Потому что плюс 10 от...
крестового похода вы можете не заиметь, а это точно будет. Это точно будет. Так, какие я, может, какие-то города встретил благодаря тому, что объявил Корее войну? Мехико мне объявила войну. Это не страшно. Лахор позже, тоже пофиг. Вот как... В смысле, ваша цивилизация? Я сузерен Кагуана, почему я с ним войну веду? Это какая-то ошибка, ну, в нарисованности. Вот с Мехико да, с Лахором да. А я сузерен Кагуана. Конкретно я не знаю, почему тут нарисовано, как будто я с ним воюю. Так. Ну вот теперь. Так, значит, этот ход я еще вытерплю, я так понимаю. Без денег. Или мне все-таки с кем-нибудь поторговать на всякий пожарный. Давайте... Нет, с этим... Давайте... С немцем попробуем. Вот у него нет угля. Нужен ли ему уголь? Например, 15 штук. О, отлично. За 250 нет. За 225 нет. За 213 нет. За 207. Да тварь ты! Просто если спросить его сделать договор более равным, он будет предлагать деньги в ход, а мне в ход не надо. Мне прямо сейчас надо. Так, 264 зашибись. Я отправлю караван следующим ходом, у меня вернется некоторое. Просто вот этим ходом, из-за того, что у меня много караванов бегало в Корею, раз у нас появились деньги, давайте попробуем. Дружбу не хочешь? Нет. А посольство? Да. Сейчас попробуем заключить, стать дружбанами именно с Америкой и туда караваны пускать. Ну да. Осуждает Эфиопия. Мне вообще надо, чтобы меня тут какие-нибудь юниты Кореи атаковали, чтобы я его города обращал. Ну, в принципе, сил обращен. Блин, убили все-таки. Убили мне этого... Ступенчатые колодцы, канализация. Убили апостола. No good. No good at all. Так. Ну, Кинджу должен падать. Блин, чуть не хватило, чтобы с двумя захватить. Может, кстати, танчиком дальше поехать, а это уже кирасиром забирать? Я думаю, да. Кирасиром заберется стопудово. Продвинулась с ядерной... А, потому что лаба тут. Но она, наверное, не должна работать, так как она не открыта. Ну, вообще плюс 8 пишет. Странно. Так, паровой двигатель ради железной дороги открываю. Дальше мы все-таки в химию пойдем. Сколько? 10 очков мне надо, и осталось 7 ходов. Не знаю, по-моему, должен смочь. Я думаю, имеет смысл Виктора в Кэнджу пересаживать. Так. Ну. Надо ПТ-команду валить. Е-е-е, 250 к православию. Да, ну Кэнджу. Вот мне вот этот город надо будет обращать вручную, судя по всему. Тут-то я всего ли плюс 10 имею. Но я думаю, мне кажется, что кирасиры можно вполне спокойно подводить. Судя по всему, они... Хотя... Блин, не знаю. Ладно, давайте пока так... Сделаем. Как тут Кэнджу в плане лояльности? Ну, минус 13. А чё так сильно? Корея, правда, тоже в золотом.
Ну, слушайте, тут у Кореи выглядит, что совсем как-то мало городов. То есть сколько еще? 4 города, что ли? Как? Как? Не, вообще 5. А где еще? То есть тут не выглядит, что еще влазят города. 1, 2, 3, 4. А где у нее еще может быть город? Ну, она сейчас куда-то ходила своим поселенцем. Вот здесь где-то бродила-ходила. Вот зачем Корея здесь сделала тоннели? Ну да ладно. Ускорен ядерная программа. Больше торговых путей. Так, Кванджу мы сохраняем. В Константинополе. Наверное, биржа. Я не думаю, что мне тут нужны монументы. Канализация, в смысле. Я, наверное, буду... Блин, или мне нужна все-таки демократия? Но мне вот больше 10% науки все-таки нравится в данном случае. Поэтому давайте биржу, потому что огромная нехватка денег. Теперь что с караванами? Да ладно. Я отсюда только в Кагуану и Гонконг могу? Что, а из Маджапахита? А почему я не могу в Америку, например? Потому что нету... Потому что нету гавани с этой стороны, да. Блин. Блин. Мне надо было в Маджапахите все-таки гавань строить. Может, я еще могу построить? Ладно, давайте пока биржу. Сколько у меня тут на энергию идет? Минус 4 все еще, нормально. Так, давайте торговца. Ну, придется в эти города отправлять, что поделать. Мне деньги нужны. Но это совсем слабенькие караваны. Конечно. Так, 230. Мне еще с кем-то надо поторговать будет. О, вот отсюда добегает. Ну, блин, видимо, в Тулузу. Несмотря на то, что у меня не очень отношения с Францией. Да, следующим ходом железную дорогу можно будет строить. Так, пока пропущу пушечку здесь. Сделали, обработали нефть. Ну, не знаю, пошли, наверное, сюда обрабатывать овечек. Пока пропущу. Блин, сейчас надо, мне надо поторговать и все-таки найти деньги на ап еще кирасиров. У кого у нас деньги? Так. Немец-колумбиец. Колумбиец, тебе что-нибудь надо? Я бы тебе что-нибудь дал, ты только скажи, что тебе надо. Я тебе дам, что ты хочешь. О, тебе селитра явно нужна. Ты какой-то фанат селитры, я смотрю. Хочешь, я тебе вообще всю селитру свою отдам? Прикинь, ты охренеешь. Будешь завален селитрой по самое... Я знаю, ты хочешь селитру. Давай, не отнекивай. Давай побольше. Сложишь у себя в порту. Забудешь лет на 5. И она там как бумкнет. Что у Фераксис за странная мания к неровным числам? Вот, чтобы обязательно было. 180... Нет, 187, да? Так, один уже танчик можно апнуть. Это следующим ходом, смотрите, сколько будет тратиться на самом деле.
Так. И мне еще надо... еще где-то 80, да? Ну, давай немец. Немец, что ты хочешь? Ты опять, наверное, уголь хочешь, явно. Сколько он в прошлый раз мне платил? Да, блин, ну ты надоел. Сотку он... О, 113. Ладно, даже не буду... Да, блин, только что же готов был. Дебильный немец. Так. Все, у меня уже 5 прокачанных армий танков. Выглядит угрожающе, конечно. Я тут сейчас набегу. Так, не знаю, постою пока здесь. Плывем к городам Кореи. Ну, блин, я не знаю, может все-таки перекинуть и действительно с французом. Давайте посмотрим доступные пути. Перекидывать в города, где... Ну, как... это как-то совсем грустно. Значит, 5 золота, 8,5. 8,8, 9, 9,2, вот в Тулузу, да? Ну, к Майе, кстати, тоже неплохо идет. Я бы, наверное, к Майе, все-таки я могу карточку потом поставить. Да, давайте, наверное, чтобы в Майе отправить. Давайте Эдесса, Конджу, Джамби, Бадунг. Ну, из Конджу я не буду. Блин, как тупо. А почему я могу из Конджу к Майе отправлять, а из Константинополя нет? Что это за бред такой? Ну, серьезно. Ну, это же бред. Чего я не понимаю? Из Эдессы, Конджу, Джамби, Бадунга. Почему вот из этих? Я могу только предположить, что Эдесса с Антиохией... Ну, тогда бы из Антиохии можно было отправлять. Чё за бред? Ну, серьезно, почему из этих городов... Почему вот из этих четырех городов можно? Типа, добегают караваны до Майя, а из ближайших городов как раз нет. Что за странное... Как... Почему? Ладно, Эдесса, Джамби, Бадунг. Давайте это в Джамби. Это в Эдессу. Так, все, вроде пока караванов нет. Потихоньку подходим. Потихоньку подбегаем. Ну, я не знаю, стоит мне покупать, чтобы корпуса делать. Ну, наверное, да. Но я бы вот тут купил, наверное, корпус танчиков. Две единицы. Ну, будет обслуживание. Ладно, вот не хочу на самом деле корпус танчиков, потому что будет обслуживание тратиться, а эти не тратят. Хотя, слушайте, если я объединю, интересно, будет, не будет? Фиг знает, да? Амфитеатр или канализацию уже, чтобы... Ну, я не в демократию иду, я иду в коммунизм, так что нет. Давайте сразу даже классовую борьбу поставлю. Прям вот сразу, чтобы... Так, тут ждем. Тут плаваем. Смотрим, что у нас по побережью. Верфь готова. Наверное, фабрику. Ух ты, тут мавзолей в Геликарнасе можно было. Это хорошая идея. Я даже его сделаю. Тут нормально он будет, как ни странно. Так. 6 распространений все еще есть.
Не, православие, вот видно, Византия все-таки православная. Это прям вот ощущается. Больше нигде православия нет, а вот Византия истинное православие. Ну каких ты меня хочешь? Ну что ты от меня требуешь? У меня 1200, у тебя 800. Я даже по науке, наверное, опережаю. По идее. Ну или в одном... О, посольство с Германией. Блин, вот это... Ну, вы знаете, не так уж и далеко. Это не так уж и далеко. Тем более, сейчас мы заберем... Чувачка. Так, кого? Погруженным на борт. Канал, Панамский канал, броненосец, железная дорога. Все фигня. Так, кирасиры готовы к повышению. Ну, раз готовы, мы их повысим. Дальше. Скоро соберется Всемирный конгресс, видимо, за то, что я захватил Конджу. Кто мне может объявить? Ну, наверное, Франция. Но... А, не берется. Мои города не берутся. Опять пошла его... Как тут у нас? Ну да, может... А вообще у меня что-то на города влияет? У меня там влияет, если... А, довольство с двумя районами, да. Священные места... Если чудо построено. Ну все, как бы тут для Антиохии только счастье немножко уйдет. Единственное. Так. А можно отсюда атаковать как-то? Да, можно. Отлично. И даже я сюда могу встать. О. Так, ну это... Мы, наверное, может даже силу прямо сейчас возьмем, нет? Давайте глянем. Ну тут 104 все-таки уже сила, да? Да. Тут посложнее будет, но этот город берется, несомненно. Вот этим я, пожалуй, лучше полечусь. Так. Дальше. Вроде не должны убиваться танчики. Я имею плюс, да, имею плюс 10. От крестового похода плюс 6 от аксиса и даже плюс 3 от разведданных и продвижения противника. Это, кстати, благодаря великому человеку, которого мы в прошлой серии получили. Даже он не зря. Мы бы без этого сил бы уже не брали, но благодаря этому все берется. Так, а Сеул не столица, да? Кёнджу столица. Серьезно, у Кореи столица Кёнджу? Странно. Так. Что у него в городе стоит? Дубалом. Я просто думаю, что я, наверное, кирасиром подбегу сюда. Я не буду атаковать, потому что кирасиром уже больно. Но он мне тоже вряд ли к кирасиру может что-то сделать. А зато заодно я буду... распространять, наверное, религию. Я понимаю, что апостол так себе, но... Мне нужно тут православие. Сюда. Ну, чтобы под военные лагеря не вставать. Дополнительное лечение — это такое себе. Так, просто танчик. Ну, подъедем. Интересно, я успею стырить ускорение? А, ну да, должен успеть. Следующим ходом, по идее. А почему дефицит энергии? А, Конджу, да. Она, слушайте, она соединена вообще дорогами? Она, наверное, не соединена. Нет, должна соединена быть. Получили формальный повод священную войну Боливару. Свержение супервулкана Умайя. Кстати, еще может собраться... Сандок заключила мир с Тодором. Ах ты тварь американская, ах тварина, ну вы видели? Сразу заключила мир с ним. Кстати, это может быть еще сбор не по поводу захвата Конджу, а потому что стихийное бедствие у Майя произошло. Может быть, она собирает, чтобы ей помогли. Так... Начинаем
железную дорогу строить. Хочу вот так провести, чтобы быстрее будет. И мне надо соточка. Блин, я походил тут всеми. Да? Да. Блин, а что так конжута отваливается, не пойму. Минус 9. У нее счастье есть, довольство. Но мне надо сил быстрее брать, потому что иначе... Ну, как... 3, 4, 5 ходов. 5 ходов. Ну, за 5 ходов я силу возьму точно. Это несомненно. Я же хотел к Майе отправить. Почему я отправил к французу? Так, тогда я подожду в Трапезунде один ход. Куплю вот эту клетку. Все-таки я думаю... Сколько это будет стоить? 130? Ммм. 100. Почему Константинополь? Ну, хотя, да, это четвертый радиус, это четвертый радиус. Тогда ладно. Тогда вопросов не имею. Я подожду один ход. Куплю эту клетку. Так, Джамби. Шунантунич. 100 фабрику, наверное, сначала. Хотя тут жилья не хватает. Вот тут надо канализацию точно. Тут точно надо канализацию. В Бадунге, наверное, торговца. В Антиохии. Блин, так и тут тоже геликарнас вообще два... Ну, тут слишком... Тут более крутые клетки. Мне эти жалко вырубать. Поэтому я решил здесь... А, вот почему там ноль ходов. Потому что его могут еще поймать. Блин. Ну что, вернемся? У него просто плюс 4, да? Давайте попробуем. Я бы, наверное, еще одного посла тут сделал. Откуда быстрее добежит? Наверное, вот здесь. Ну, я не вижу, какими тут юниты стоит покупать. Мне кажется, и не стоит. Не знаю, зачем я пушки передвигаю. Строитель. Я вроде его сюда отправлял, нет? Или это не его? Не его. Да, давайте тогда этого отправлю. А этого... Блин, все обработано. Вот сюда. Так, кирасиры стоят. Кирасиры стоят. Ну, вообще опасно я туда этих кирасиров привел. Будет жалко их потерять. Ну, блин, не выглядит, что там Корея может как-то их убить, честно говоря. Так, найти источники. Что у нас с полетом? Блин, Корея уже заканчивает лунную. Это я, кстати, хорошо на нее напал. Потом, конечно, будет проблема еще с Шумером. Но на Корею я точно хорошо напал. И правильно. Так, блин, Вавилон, судя по всему, все-таки падает. Но пару ходов мы с него науки получим. Только я нашел Вавилон, сразу немец его захватывает. Вот всю игру рядом с ним был Вавилон, но его не трогал. Как это вообще работает тут, археологически? Слушайте, интересно, а если я полностью Корею захвачу, мне шпиона этого вернут? Хотя он вроде не особо там прокачанный, но все равно.
А, тут я жду, да. Так, и все, больше я нигде ничего не строю, да? Да. Заканчиваем. И смотрим. Сейчас что-то предложится на конгресс, я так понимаю. О, у меня гипс появился, нет, сорян. Я лучше с кем-нибудь поторгую, хотя там вроде нечем. Ну да, как видите, Корея ничего не может сделать с моим юнитом, царапает там обшивку. Итак, да, все-таки против меня военный кризис. Ну, давайте предположим, что проголосуют 5 голосов. Могу я 5 против кинуть? Давайте так. Потому что 1, 2, 3, 4, 5. Ну, очень не хотелось бы еще с кем-то воевать. Так, слабые. Походу, раз не было звука... звука объявления войны, то... Нет, вот он. Да ё-моё. Так, против... Франция, кстати, против голосовала. А за... Теодор Рузвельт, ты прикалываешься? Очень хочется американца обозвать. Никогда не доверяйте Америке. Смотрите, ну от Америки куда лезет? То есть я вместе с ним вступил в войну против Кореи. Он замирился через ход, а потом мне объявил войну. Нормально вообще? Придурок. Ну, мне, кстати, я что, американца не боюсь? Ну, Тамирис вообще хрен знает где, я не знаю, зачем она влезла в этот кризис. Ну, удачи, мой американский бывший друг. Жалко, что я вот тут никакие юниты, видите, не могу убивать корейцев, чтобы распространять религию. Вот этого не хватает, несомненно. Так, ну что? Поатакуем немножко сил. Что-то снизилась сила, кстати, почему-то у Сеула. Так, у меня где-нибудь апгрейд есть? Ага, да. Тут... Ну и куда делся апостол этот французский? Ну, я на всякий случай к Антиохии, наверное, перекину. В других городах. Так, ну вот этого мне как раз надо... Надо было сначала посмотреть прокачки. Этого мне надо все-таки в Корею, очевидно, везти. Так, тут покупаем клетку. Вырубаем лес. Строим кампус. Что там у нас с Вавилоном? Еще стоит. Так это же здорово. Давайте, где там вторая ГГшка? Вон она. Так, сколько ходов до... 5 ходов. 8 очков, да? Блин, я что-то всемирную выставку провтыкал. Вообще ничего не получу. Эх. Это что за варвары тут? Внезапные. Не пойми откуда. Не, ну вот это, конечно, объявление мне войны за кризис. Это, вот этого я точно не ожидал от... О, в Биме уже недовольство. Ну, не может же тут уже идти. А, да, социнститутов там. Блин, может мне поменять ту карточку уже на плюс 10 по... Ну, это следующим ходом надо решать. А, тут придурок сюда приехал. Слушайте, так это он хорошо заехал.
придурок американский. Так, что у нас тут с Отаки? Блин, красненький вы. Ну, он, я видел, сколько, как он урон тут наносит. Я думаю, не должно ничего танчику. Блин, только я боюсь, что, блин, с этой стороны может американец приехать. В чем дело? Блин. Так, тут я хочу вот так полечиться. Вот этим я, пожалуй, не буду атаковать. Но следующим ходом Сеул должен ляснуться знянацку. Так, теперь я хочу все-таки у кого-нибудь деньги еще на один ап найти. А, все, Кенжу уже не отваливается. Как так-то? 12 стало. А почему? Кстати, мне там объявили войну, может, еще кого-то... Вот Лиссабон я встретил, отлично. Ну, как встретил? Он мне войну объявил. Не знаю, почему написано, что Кагуана... Со мной воюет... Слушайте, она реально, походу, как будто воюет. Реально? Потому что я не вижу... То есть нарисовано, что я союзник ее. Я ее сюзерен. Тут написано, что я ее сюзерен. Слушайте, давайте ради прикола просто одного посла туда отправлю. Просто проверить. Ничего не произошло. Меня игра обманывает просто. Типа, мы как будто будем считать, что это твой город сюзерен, но он будет с тобой воевать, хорошо? Ой, то есть твой вассал. Но он будет с тобой воевать. Ну, а то что слишком легко, слушай, чувак. Давайте вообще все, кого я вассалю, все города, которые я вассалю, сразу мне войну объявляют, наоборот. Вот прикольно будет, наверное. Так, в Константинополе канализация не нужна. В Константинополе, ну, можно торговца, но это не самый лучший город для строительства торговца. Мы тут будем исследовательские гранты фигачить. Блин, три мушкетера. Я про это забыл. Во-первых, этого парня апнуть. А во-вторых, купить мушкетера за веру. Фермы улучшаются, да. Да, и продуктовый рынок можно строить. Кстати, тут мы пока отложим исследовательские гранты, сорян. Так. Так. Что у нас тут дальше идет? Химия, союз второго уровня. Есть какой-нибудь шанс вообще, что это скоро произойдет? Нет, без шанса. Так что открываем без ускорения. Потому что очень нужны лабы. И потом мы прямиком... Не, мне надо ракетостроение, мне нужны... Да, пойду в космопорты. Так. Так. 230 золота. Я смогу какую-нибудь выцегонить? Вот немец, мне кажется, хочет мне дать что-нибудь. О, я тут что торговать могу? Шоколад. Да, слушай, мне надо поторговать, потому что мне ж войну тут пообъявляли. И явно упали... Так. Ртуть. Ну, с этим мы воюем, к сожалению. Тут воюем. Вот, ну... А, благовоние я и так уже торгую. Воюем. Все остальное похожий... Вот, сахар. Сахар давайте на что поменяем. Так, чай у нас пока не работает. На вино. Сахар на вино. Так. И вот теперь с немцем что-нибудь ему продать. Ну,
Угля у меня нормально, да? Всего лишь минус 6, а накапливается 12. Более того, у меня еще один есть в запасе уголь, если что. Я думаю, все еще углем можно торговать. А есть что-нибудь еще у меня? Ну, селитры у него дофига, а у меня мало. Может, я не... Хорошо, а с нефтью как? Минус 1 все еще. Слушайте, давайте нефть лучше кому-нибудь втюхаем. А нефть вообще только у меня и немца. Ну, слушай, немец, ты явно нефть хочешь. А, тьфу ты, немец, она и есть. А, нефть хочет... Нет, шумеру не хочу. Ну, майя? Майя, хочешь нефть? Нефтяные сливки. Чё-то как-то ты немного предлагаешь. Целых 10 баррелей нефти. Ладно, хорошо, 20. А, 11. 170. 185. Нет. Тогда 177. Ай, ладно, нормально. Нормально. И мне еще, наверное, не хватает немножко, да. Не хватает мне буквально, ну, 50. 50. Ну, это можно с немцем за уголь. Вот один уголь, сколько ты мне заплатишь? Ой, скриншот случайно сделал. 40 нет, да? Блин, что-то такое, какой-то, он какой-то... Да ладно, ты чё? Ладно, может, слушай, давай ты тогда лучше вот за... Вот 50, сколько ты мне дашь 50 за дипломатические... О, норм. Хорошо, может, ты мне 150 дашь? Нормально, нормально. Я считаю, что это норм. Так, и апаем, значит, вот этого парня. Так, сюда. А этого... А, я уже походил. Так. Хорошо. Что я тут в Никее? А, у меня тут поломали промышленную зону. Что еще поломали? Еще поломали художественный музей. Как вы могли? Приходят вот люди и ломают. Ты им строишь, 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 строишь. Ну, как приходят люди. Вулкан извергается, это не люди. Это вулкан. Так, вообще тут угольная фабрика на 8, но я бы, наверное, уже после фабрики мавзолей начал строить. Угу. Стоим, ждем. Подбегаем. Стоим. Ну, я не хочу тут... А можно мне ход пропустить? Где пропуск хода, я не понял. Странно. Так. Что тут следующее? Через сколько ходов? Через 2, да. Можно идти уже готовиться к обрабатыванию. В Херсонесе рынок. Ну, можно торговца, я думаю. В Маджапахите биржа, аквапарк, ипподром. Театральная площадь, гавань. Может, уже ипподром построить? Да. Давайте. Вообще, ипподром тоже хороший, конечно, уникальный район. Вне всяких сомнений. Классно, да? Дай мне 2 ресурса роскоши за 1 монетку. Мне очень нуна. Тварь, у самого мрамор есть.
Так, я вот волнуюсь, не прибежал никто, слава богу. Так, теперь... Не убило никого. Ну вот с этим, уже шумер хотя бы, да, какие-то нормальные предложения. Две монетки. Вот это уже можно рассматривать. А то одну монетку, блин. Так, отлично, Сеул сейчас пойдет. Сейчас мы поставим... значит, бонус кампуса и промышленной зоны. Центра коммерции и гавани тоже, да. Плюс 4 влияния. Нет, тут первый посол, потому что я сейчас встречу нового город-государства. И вот тут, наверное, все-таки легкие мишени пора ставить. Я думаю, жадные бароны достаточно. Пока я... Ну, не будет денег на апгрейд, мне пока достаточно, мне кажется. Боевой мощи против юнитов вполне устраивает, да? Ну и оставить ли на апгрейд? Не знаю. Давайте содержание все-таки поставим. Мне кажется, мне хватит уже. Ну, не знаю, короче, это пока непонятно, но пока я так сделаю. Мы тут скоро коммунизм откроем. Смотрим. Плюс 18. Да, если бы я содержание не поставил, жопа была бы. Так, ну зато... Сеул. Так, тут у нас апгрейд. Сейчас посмотрим, работает карточка. Ага, работает. Да, 126 против 103. Это практически ваншоты. Так, ап. Ап. Тут. Да, блин, когда что-то православие распространится. Приперся вон. Сохраняем город. 4 хода, и мне не хватает 4 очка. Ну, могу получить писателя за веру. Наверное, так и сделаю. Так, не хватает 3 очка. Вот эти две техи открываю. Это, собственно, по одному очку. А, ну и авиацию открою. Все, мне хватает. Зашибись. Так, давайте тут встретим эту ГГшку. Эти Вавилон держится, молодец. Хвалю. А, еще и кругосветку сделал. Блин, можно было не покупать писателя. Хаттуса. Я про кругосветку совсем забыл. Так, и отправляем сюда послов. Пока трех. Просто потому что, вот видите, надо лаборатория и канцелярия. Чтобы было по туситету смысла. Зато можно еще в какой-нибудь город. Есть куда-нибудь... Нет, похоже, нет. Ну, пока три посла подержим. Ну что, 342 науки? Это уже что-то. Так. Тут давайте археолога. В джамбе торговца. В биме. Продуктовый банк. Не, давайте банк сначала. А жилье есть? Жилье есть. Что тут город растет? Растет. Я, кстати, еще за железную дорогу очки эпохи получу. Во. Так что можно было вообще не покупать. Что-то я психанул. Немножко. Давайте. Мне кажется, эта клетка должна добавиться. Да. 6 ходов.
объединю. Полечиться, что ли? Давайте, наверное. Надеюсь, тут... Так, насколько сильно тут отваливается? Минус 8. Ну, пора Виктора дальше пересаживать. Виктор у нас тут переезжает как генерал, знаете, такой. Будем его считать в данной игре не Виктором, а Елизарием. Ну или Нарсесом, я не знаю. Кому какие византийские генералы нравились. В зависимости. Блин, так хочется подъехать и уничтожить этого апостола, но не могу. Могу просто пока... Я не хочу, наверное, Кёнджу атаковать без плюс 10, видя, как сразу слабенько. Потому что нету плюс 10 от крестового похода, несмотря ни на что. Блин, мне бы еще на самом деле, может даже зря я убрал карточку, мне бы вот не танки апгрейдить, я бы проапгрейдил бомбарды во рту. Что, руручка мне достанется? Ну вот, еще за взятие кёнджу. Ну это, наверное, кстати, я, может, и не успею за 4 хода кёнджу забрать. Потому что... У меня прикол то, что Кагуана со мной воюет, я вообще не понимаю, ну что за... Что за странный глюк? Ну это же необъяснимо, ну серьезно. Я сюзерен, я. Очень прикольно. Так, тут, наверное, восстановим укрепление. В Сеуле монумент амбар. Потом строителя, тут тоже все ремонтировать надо. Ушмаль под Майя, ну это и так был майянский город, Виктор. Кёнджу недостаточно в Тернате. Апгрейд каперу, ускоренная авиация. Новое задание. Ну, это все фигня. Так, я уже в золотом веке, видите? Да. Да, отлично. Мне очень не понравилось, когда у тебя города отваливаются, честно вам скажу. Особенно, когда их много. Просто какой-то кринж, как говорят в этом вашем интернетике, молодежь всякая. Так, ну, пока все вроде путем. А сейчас я лабу построю. Я боюсь, у меня будет... Блин, опять пингалу, что ли, выкинули? Я боюсь, у меня будет за 600 науки. Извержение. Блин. Жителя... Да как он дотянулся? Сеуле? В Сеуле, похоже, житель. О, забыл совершенно про всемирную выставку. Печалька. Ну-ка там. Случайно дипломатии. Не, 7 из 20. 7 из 20 пингалу. Да елки-палки. Надоели пингалу постоянно выбрасывать. Так, собираем артефактики. Универ в Трапезунде. Потом, кстати, можно и канализацию сразу. Уже, видите, не хватает. Несмотря на то, что там сидит Магнус. Так, тут угольная. А может, пригород поставить? Давайте, наверное, вот тут пригород поставим. Тут как раз будет соседство. Видите, у меня один ход, но я 4 хода. Блин, а может, канализацию лучше? Но
Вообще, пригород, конечно, лучше, потому что он и жилья больше дает, и там потом продуктовый магазин можно поставить, чтобы еда была. Но он в два раза дольше строится, не давайте пригород. Так, еще один танчик. Видите, в Маджапахите я строил пригород. Нет, не строил. Но тут пока все-таки дофига жилья. Лучше шпиона, пока не зоопарк. Я бы шпиона построил. Так. А здесь пригород. Тут нету пригорода. Ну, кстати, пригород тут можно бахнуть. Как раз будет соседствовать для кампуса и для коммерческого района. Да. Здесь точно пригород нужен. Давайте Трипхуаны найдем. Давайте с городами закончим. Торговец есть. Нет, давайте археологи. Вообще, у меня хоть один художественный есть музей? Да, в Константинополе. Археологических. И... Ага, давайте археологических. Значит, у меня и художественный в Биме есть. Сейчас я подумаю, куда мне караваны отправлять. На самом деле... В Бадунге торговец опять готов. Так, ну тут... Нет, давайте... Шонантунич. Потому что наука еще плюс один. И в Бадунге... Наверное, все-таки тоже пригород. Что, блин, 10 ходов вообще. Чуть долго. Ладно, продолжу строителей. Так, здесь хочу... Давайте сначала попробуем Кюнджу обратить наконец-то, нет? Нет. Наверное, проатакую этого. Так, где у меня тут еще был... Фиг знает. Приедет сейчас Америка. Давайте, может, мы здесь отремонтируем сначала стены. Все-таки. Стоим, стоим, лечимся. А, тут можно апнуться даже. О, 4 уровня танчик. Е, дополнительная атака. Ладно, давайте подойду. Да, тут пока без плюс 10 от крестового похода, похода нету смысла атаковать, мне кажется. Просто будем стены царапать ногтиком. Пеликарнас. О, наконец-то камень можно обработать. Танчик, танчик. Еще где-то у нас тут был один. Вот, значит, стоит, лечится. Так. Вы знаете, я даже сейв загрузил, вот чтобы в надежде, что пропадет от
как будто Кагуана со мной воюет, и невозможность отправить, например, из Херсонеса караваны в мае, нифига. Это необъяснимая для меня фигня. Не, ну то, что Кагуана воюет, это точно глюк. Просто, ну, потому что я ее сюзерен, а она со мной воюет. Тогда, ну, то есть это вообще нереально. Плюс я еще туда даже специально еще одного посла кинул. Какая-то нездоровая фигня. Так, подходим. Я тут хочу, конечно, апнуть эту бомбарду. А чё я вторую не повел? А чё я эту пушку не повел? Ну и на классовой борьбе поставлю еще карточку на апгрейд юнитов. Так, значит, доступные пути к Майе. Я еще карточку как раз на пути из Эдессы, из Кунджу, из Сеула, из Джамби, из Бадунка. Значит, почему-то отправляется из этого, из этого, из этого и из этих двух городов к Майе. Очень странно. Значит, в Эдессу сначала, потом в Бадунг. Что, виноградик обработаем. Пока у меня, по-моему, да. Угля, то есть у меня есть что? Еще один ресурс угля на будущее есть. Что-то этот ПТ-команда не умирает. Ну, хотя, что я удивлюсь, она же как раз против танков. Давайте я на автомат поставлю тут эту лошадку. В Константинополе недостаточно жилья. Вот тут, кстати, канализация. А, подождите, пригород тут уже есть один. Я думаю, тут одного достаточно, а вот канализацию точно надо построить. Как Константинополь без канализации до 18 века дожил? Непонятно. Можно больше торговых путей создавать. Может, еще один... Может, в Тернате построю пока. А, нет, это было до этого, возможно, там это в Джамбе уже строится. Так, смотрим. Ну, 185 кацели, 126. Вот обращает тварь французская. Не дает Кюнджу захватить. Так. Тут я все волью, естественно, в тяжелую кавалерию. Ну, торговые пути пускай к Майе будет. 2 очка победы я получаю. Тут я все в тяжелую кавалерию. Вдруг пройдет. Дополнительные плюс 5. Никогда не помешают. Да, прошло. Так, тут Гильгамеш. Фридрих Барбаросса. А вот и лабы. Отлично. Везде начинаем строить лабы. Так, тут я, наверное, пока не буду соединять железной дорогой. Следующую эпоху дождусь. 2 хода. Тырим баблишко. Ну, сейчас попробуем. Блин, Вавилон все-таки. Эх. Вавилон все-таки ушел. Так, ну зато... Ну, смотрите, у меня пока лап нету. Следующим ходом уже можно будет дополнительные ставить. Так, этот у нас тут, наверное, соберет артефакты. Это значит сюда.
дополнительных послов в Хатусу отправлять. Угу, ждем. Так, ну где тут варвары какие? Нету. Эти отрейдов на побережье. Я думаю, что я после Кореи сразу пойду с Америкой воевать. Тут и понадобится пограбить побережье. Ну чё, а чё он напал? Собственно. Знаете, пускай оно вылечится до конца. Потом объединим. С Бадунгову шмаль. В Джамбилаба. В Амаси Лаба. В Кёнджу. Ну, давайте, наверное, военную академию потихонечку делать. Так, где у нас еще есть... Ну, тут я Геликарнас бы доделал. Все-таки потом Лабу. В Тернате пригород бы сначала доделал, потом Лабу, да. В Маджапахите сначала Лабу, потом шпиона. В Биме тоже. Хотя два хода банк. Ладно, давайте доделаем. В Никее нету кампуса, в Херсонесе один ход археологический музей. Ну да, все вроде поставил. Ну, чисто прокачиваю юниты. О, у нас тут дуболом какой-то вышел. Говорит, убейте меня, чтобы православие... Это православный мученик явно. То есть он как будто, знаете, приносит себя в жертву, чтобы православие распространилось. Жители Чинджу. Да, только мне Кинджу надо, правда, распространить, а не на Чинджу, но... Тут уже не до выбора, да? Не до привередничания. Этот у нас распространение снижает на 75% влияние других религий. Ну, вот, знаете, было бы, конечно, лучше с утроенной силой, чтобы он в городах чужих государств распространял. Ну, что есть, то есть, ладно. Так, сильно ли Сеул отваливается? Три хода у меня есть, нет, даже четыре. Четыре хода. Каль. Что тут следующее? Ага, вон та клетка. Окей. Так, ну что, 300 у меня, 300 у американца. Понятно, что уже Кореи меньше. Ну и 300 у шумера. Ну шумер, в принципе, далеко. А, ну слушай, тут вчетвером. И скифы даже там. 5 мегаизвержений, 5 минус население. Что тут рядом с силом за мегаизвержения постоянные? Так, слушайте, у меня один ход, да, до следующей эпохи. Ну, блин, надо уже принимать коммунизм. Конечно, это тоже очки эпохи. О, приехали америкосы на танках. Хочу глянуть, что тут... Два населения, считай, за два хода потеряно в Сеуле.
Даже можно атаковать, в принципе. Так, блин, этот отплыл. Давайте, наверное, так сделаем сначала этим. Давайте вот посмотрим. Сейчас 9 последователей, да? 75% должен убрать. И стало 3 последователя. Ну, это вообще как бы 2 трети, скорее, 66%. Ну да ладно. И... О, могу атаковать? Отлично. Кёнджу, наконец-то. Вот сейчас с плюс 10, я даже... Так, значит, у нас плюс 6 от таксис, плюс 10 от крестового похода, плюс 10 от боевой мощи легкие эти. Эти я поставил... Вот эти легкие мишени. Пока поатакую... Потом буду менять. О, вот тут уже что-то снимается со стен. Вот это уже... О. Да, без крестового похода, конечно... Я бы вряд ли взял. Это еще раз может атаковать, кстати. Да, все, кенджу следующим ходом. Тю-тю. Ой, тут еще и нефть есть. Но у меня, правда, и так нефть нормально. Не тратятся ресурсы, получается. Так, тут никому не нужный торговый путь, оказывается. 50 монет никогда не будут лишними. Подождите, еще раз может? Нет, не может уже. Ну, атаковать не может, он мог бы походить. Я не буду. Так, надо... Слушайте, ну уже как бы и арта, получается, не особо нужна. Вообще нужна пока. У нас там не все в православии. Ладно, ставим коммунизм. Коллективизм оставляем. Сюда учетные банки. Тут рационализм. Тут 50% от стоимости. И при поражении юниты на 50% меньше мощи теряют. Что такое на 50% меньше мощи? Это вот смотрите, например, у меня раненый танк. И вот им бы я хотел атаковать вот этого мужественного всадника. Видите, у меня минус 2 поврежденный юнит. Так было бы минус 4, я так понимаю. Без этой карточки. А так минус 2 только. Ну, приятно все равно. Приятный бонус. Так, наверное, давайте какао поремонтируем. Ждем следующей эпохи. Ничего, больше тут варваров не видно, да? Дальше пойдем. Нужны ли мне так послы сильно? Ядерная программа. Профессиональный спорт. Ну, вообще, мне кажется, за Византию это стоит открыть побыстрее. О, мечник пришел. Распрячемся, чтобы он не мог. Слушайте, а поехали вообще к французу? Тут теологическая баталия.
может умирать и... Так, Пингалу можно посадить обратно. Реликвию получим, если умрет. Так, что мне его... держать? Василия возьмем. Варваров возьмем. Ну и, наверное, на этой радостной ноте выхода в следующую эпоху серию я закончу. Блин, больно, конечно, эти всадники бьются. Но Корея падет. Корея падет, и у меня уже 400 науки будет. 400 науки. И мавзолей в Геликарнасе. Yeah. И золотой век. Все, кроме Колумбии, в золотом веке. Прикольно. Давайте еще глянем, есть ли у меня алюминий. Судя по всему, есть. Аж 4 штуки. Можно только вот без этой линзы на религию. Спасибо. Ну, с алюминием, в общем, проблем нету. Ладно. Продолжение завтра. Спонсоры могут прямо сейчас продолжение в вкладке сообщества посмотреть. Спасибо, что смотрите. Ну, мы действительно... Это вот уже реально Византийская империя. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!